А у нас тем временем на прямой связи Роман Пастушок. Он сейчас находится в том месте, где будет красота и грация в нашем городе. Просто-таки цитадель всего этого. Цитадель красоты. Красоты, грации и того, что я сказал. В общем, талантливые девушки. А вокруг него сейчас плетутся красивый парень, посерединке стоит. Ну, конечно, я ему, честно говоря, даже отчасти завидую. Но что говорить, если можно... Можно даже это дело показать. Роман, расскажи, что там у тебя происходит. Здравствуйте, коллеги. Мы вас приветствуем на одном из самых красивых мероприятий сегодняшней субботы открытого чемпионата по художественной гимнастике. И сегодня с нами Екатерина Бакшеева. Не абы кто, а чемпионка первенства России. Екатерина, расскажи, что сегодня происходит? Кто собрался, кто во что горазд? Ну, у нас сегодня начались соревнования городские. Здесь принимают участие гимнастки со всех школ. Эти соревнования подготовительные к отбору в Сибирский федеральный округ. Там будет край Красноярского края, после чего девочки поедут на Сибирский федеральный округ защищать честь уже края. Скажи, ты уже выступила? Да, я уже выступила в групповом упражнении. Сейчас девочки выступают в индивидуальной программе мастера спорта, также КМС и первый разряд. Вот скажи, были ли у тебя какие-нибудь сложности, вот из-за которых ты сейчас вот, допустим, стоишь, переживаешь, как они вот это вот оценили, как это получилось, не получилось, расскажи. Ну, конечно, были еще недочеты перед главным стартом, а так, в принципе, все прошло хорошо. А вот вообще для тебя, ты же, как я понимаю, не первый раз и выступаешь на подобных чемпионатах. Как вообще ощущаешь себя перед ними? Это волнительно или, ладно, где наша не пропадала, уже было много раз такое? Волнение, конечно, всегда есть, но на городских соревнованиях оно не такое сильное, как на России или округах. Здесь попроще. То есть сегодня такой расслабон? Ну, не расслабон, но все же проверка, еще раз упражнения и подготовка. А вот смотри, ты сейчас следишь за своей командой, болеешь? Моя команда, да, сейчас выступает в индивидуальной программе. Я, конечно, поддерживаю каждую девочку. Волнуюсь за нее и помогаю ей. Вот смотри, вот сейчас перед нами очередная вышла участница. Ты знаешь ее? Да, она стоит со мной в команде, в групповом, вот тоже недавно со мной выступала, и сейчас делает личную программу. Вот смотри, давай посмотрим. Вот можешь дать краткий анализ упражнением, сказать, сложное оно для выполнения и сколько баллов оно, например, стоит? Ну, смотря как она его выполнит. Если у нее будут допускаться какие-то большие ошибки, допустим, как потеря пируэта за площадку, или она может упасть в контрнавесе или пируэта, то это будет очень большая сбавка. А вот вообще художественные гимнастки, как у них в плане диеты и вот подготовки к подобным соревнованиям? Ну, перед соревнованием все, конечно, стараются держать себя в форме, худеют, чтобы быть не в лишнем весе, а красивыми. А как худеете-то? Ну, определенная диета у всех разная. Кому-то надо худеть, а кто-то сам по себе худой. Вот как у тебя? Как ты готовишься? Как ты готовишь свой организм к готовящимся соревнованиям? Ну, я стараюсь меньше пить воды, чтобы... Ну, меньше воды было, чтобы было проще. И стараюсь себя удерживать в питании. Большое спасибо тебе, Екатерина. Напоминаем нашим телезрителям, что мы находимся на открытом городском чемпионате по художественной гимнастике. С нами была Екатерина Бакшеева, умница и чемпионка первенства России. Всем большое спасибо, и я передаю слово студии.